Это памятник величайший своего рода в плане архитектурного сооружения Халифа Реджеп, мавзолей Халифа Реджеп. XII-XIII век отличается тем, что в регионе большое распространение получает суфизм. Учения Наджмеддин Кубра имели огромное влияние на народы, населявшие Хорезм. И учения Ясави распространялись среди тюркоязычных народов. И памятник, который за мной, мавзолей Халифа Реджеп, тоже имеет прямое отношение к суфизму. Понятие или термин «Халифа» означает продолжатель дела и ученик учителя. Сегодня это место поросло разными легендами и преданиями, в частности, особенно в сфере туризма оно имеет такое понятие, как «мировые часы», когда последний камень упадет с этого памятника, наступит конец света. Это чисто местная сказка, которым верить или не верить уже дело посетителя. Мы стоим на месте летней соборной или джума мечети, которая датируется археологами золотоордынским периодом, точнее 14 веком. И дальше мечети были в свое время построены в разных целях. И есть предположение, что это было медресе или суфийская келья, ханака. Сегодня активно археологами это раскапывается, обнаруживается. Очень примечательный этот памятник тем, что вокруг михраба куфийским стилем была надпись, которая сохранялась до 90-х годов 20 века. Надпись была отрывком из коранических сур. Эта мечеть была одна из первых религиозных учреждений, которая построена на восточном холме и привлекала сюда прихожан со всей округи, которая находилась между восточными и западными холмами.